Новые деревья взамен старых и аварийных появились вдоль главной аллеи Парка Победы. Для того, чтобы это место отдыха преобразилось, представители общественности, специалисты МБУ «Зеленстрой» и руководство администрации города посадили здесь молодые яблони. Зачастую вспоминаю, что мы много рубим деревьев, но мы тот лозунг, который был еще с пионерских времен, срубил дерево, посади три, безусловно, выполняли и будем выполнять в дальнейшем. Всего за несколько дней в Твери будет высажено 1000 деревьев и несколько тысяч кустарников. Тверской межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Плеханов уверен, столь масштабная акция существенно улучшит экологию города и призвал не оставаться от нее в стороне. Я в Твери на самом деле совсем недавно живу, но этот город мне очень нравится, я его полюбил. И сейчас я сажаю это дерево, как, мне кажется, обыкновенный гражданин своей страны, житель этого города. Участие жителей – важная составляющая акции. По словам главы администрации Твери Юрия Тимофеева, необходимо, чтобы люди понимали, будущее города создается совместными усилиями. В Парк Победы на высадку деревьев пришли десятки людей, захотевших внести свой вклад в озеленение Твери. Участвовали вместе с руководством, они копали, мы сажали. Потому что чтобы осталась память, чтобы это самые деревья и наши внуки, и дети ходили сюда, дышали чистым воздухом. Чтобы было в парке красиво, можно было отдыхать. Посажу дерево, буду за ним ухаживать. Итог совместной работы – новая аллея из 20 декоративных яблонь. В ближайшие дни акция продолжится в сквере на улице Коминтерна, на выезде к зданию суда Калининского района, в сквере на улице Евгения Пичугина, на улице Громова и на проспекте Калинина. Чтобы принять в ней участие, достаточно просто прийти по указанным адресам. Грабли, лопату и саженцы всем желающим выдадут на месте. Никита Васильев, РЕН-ТВ «Пилот».